даже если добирались долго автостопом. Крикнем громко, нас встречает город! От души! Контакт установлен, вот теперь концерт. На сцене группа «Градусы». Коллектив встречают аплодисментами тысячи зрителей. Артисты признаются, не ожидали такого жаркого приема. За свою голову перечить просто. Машина, квартира, 5 единиц или 0 единиц. Встречает всегда супер, но сегодня прям как-то, не знаю, может, жара повлияла такая, прям как-то очень горячо. Хотелось раздеться нам, как обычно. Еле сдержались, поэтому было круто. Но струна порвалась, так что все нормально. Да, да, да. От энергии вообще. От жары. В новом образе на сцену выходит певец, актер, победитель Евровидения 2008 года Дима Билан. Артист удивил аранжировками старых песен, исполнил всеми любимые хиты. У меня сердце пылает, горит для тебя. Да просто сгорает. На самом деле, обалденное ощущение. Какая-то, знаете, такая консолидация людей. Музыка должна быть вне политики, отмечает следующий исполнитель L1. Выйдя на сцену, он поделился со зрителями. Теперь его концерты на Украине из-за посещения полуострова запрещены в течение 3 лет. Но упустить возможности выступить в Крыму не мог. Хедлайнер The B-Fest группировка «Ленинград». Сергей Шнуров и его команда, как и в прошлом году, взрывают виноградники. Вот все поют. А вы что, лучше всех, что ли? Я за вами смотрю, второй шанс, третьего не будет. С разгончиком, да? На! Я просто кайфую, мурашки по коже от этой музыки. Это просто супер круто. Это легендарно, это очень сильно, на самом деле. Не первый раз в этом году, но нам очень нравится. Все на уровне. Второй год уже хожу, просто драйвово, очень круто, очень прям супер. Грандиозный музыкальный праздник The B-Fest на виноградниках завершился фейерверком. В течение 2 дней на The B-Fest подпевали Анна Леготина, Святослав Данилов, Михаил Волобуев и Деливер Меджидов.